вернулся, ну жалко. Ты сейчас охуешь. Ты ж шо за... Конечно, жалко. Представь, вот сейчас увидишь, как открытые глаза. Вот больные, а вот в Урале вот это полная будка. Податься не вот, пацаны. Да люди, блядь, ну прикинь, ну кто-то съебался, кто нет, видишь, где все едет, там снарядом куча лежит, ну там, там пизда, короче. И здесь воевать нельзя, не нужно. Помимо всех моих этих интеллектуальных размышлений, ну слушайте, ну это же, это будут мертвые люди, это будут трупы.